Камарадан, я тормознул взять кофейку. Вот на такой самой обычной заправке в полях Иллиноя, которых много. Это сеть заправок. Вот с утра одни траки едут, перевозят сельхозтехнику. И я вот везу катушки на Калифорнию, катушки стали. И я нашел очень прикольную тему на этой заправке, сейчас покажу. 3 за 10. Джак. Иногда в магазинах вот таких фанфуриков выгоднее покупать, чем большие бутылки. Я давно уже такой жесткий ликер не пью, поэтому точно не знаю в каких. Тут на заправке продаются виски Fireball ведрами. Ну, смысл такой, что там много вот таких фанфуриков. Покупаешь ведро, открываешь его, закидываешь туда лед, и вот вечеринка готова. Народ приходит, посасывает пивасик, подходит, берет фанфурик и закидывается. Не самый плохой способ накидаться.